В этом видеоуроке мы с вами выучим глагол to be past simple. Past simple – простое прошедшее время. Look at the examples. I was at the cinema yesterday. Вчера я была в кино. They were in the park yesterday. Вчера они были в парке. Was. Were. Это и есть прошедшие формы глагола to be. Was. Используется в единственном числе с такими местоимениями, как I, he, she, it. Repeat, please. I was. He was. She was. It was. Were используется во множественном числе с такими местоимениями, как you, we, they. Repeat, please. You were. We were. They were. Чтобы построить утвердительное предложение, на первое место мы ставим подлежащее. Плюс глагол to be в прошедшей форме was или were. I was at school yesterday. Вчера я был в школе. They were at work last Monday. Прошлый понедельник они были на работе. It was cold a week ago. Неделю назад было холодно. Yesterday. Last. Ago. Это слова-сигналы, которые используются в past simple. Let's practice. I was in the park yesterday. He was at the cinema last Sunday. They were at school a week ago. Kate was at home last Tuesday. Jane and Anne were at the theater 2 days ago. Чтобы построить отрицательные предложения, на первое место мы также ставим подлежащее. Плюс глагол to be в прошедшей форме. Плюс отрицательная частица not. Например, I was not at school yesterday. They were not at work last Monday. It was not cold a week ago. Was not имеет краткую форму. Wasn't. Were not. Weren't. Let's practice. I wasn't in the park yesterday. They weren't at school a week ago. Kate wasn't at home last Tuesday. Чтобы задать общий вопрос, на первое место мы ставим глагол to be, was или were, плюс подлежащее. Например, was he at school yesterday? Он был вчера в школе? Чтобы дать положительный ответ на этот вопрос, мы скажем yes, he was. А отрицательный no, he wasn't. Were they at work last Monday? Yes, they were. No, they weren't. Чтобы задать специальный вопрос, перед глаголом to be мы поставим вопросительное слово. Например, where. Плюс was, were. Плюс подлежащее. Например, where was he yesterday? Где он вчера был? He was at school. Он был в школе. Where were they last Sunday? Где они были в прошлое воскресенье? They were at the cinema. Они были в кино. Let's practice. Were you in the park yesterday? Was he at the cinema last Sunday? Were they at school a week ago?
Where was Kate last Tuesday? Запишите эту таблицу к себе в тетрадь и выучите формы глагола to be в past simple. Не забудьте также слова-сигналы, которые используются с этим временем. Составьте свои собственные предложения. Например, I was at school yesterday.